Руководство мадридского «Реала» уже ведет работу на трансферном рынке по следующему сезону и хочет приобрести летом нескольких футболистов. Мадридцы хотят купить Альваро Адриасолу в качестве подмены Дани Карвахаля. Отступные футболиста «Реал Сосьедад» составляют 40 миллионов евро. В случае ухода молодого полузащитника Маркоса Льоренти, «Реал» готов рассмотреть кандидатуры Юлиана Вайгля из «Боруссии», Эмре Джана из «Ливерпуля», который летом станет свободным агентом, и Леандро Паредес из «Зенита». Серьезно преобразится и атака. Вместо страйкера «Мадрид» рассматривает Роберта Левандовского, альтернативы – Тима Вернер и Харри Кейн. Кроме того, если команду покинет Гаррет Бейл, «Реал» хочет Мо Салаха из «Ливерпуля». Клуб уже навел справки на предмет вероятности трансфера, но не забывает и об Эдене Азаре и Неймаре, сообщает АС. Ранее сообщалось, что Неймар хочет оформить переход из PSG «Реал» до старта ЧМ-2018 в контракте Роберта Левандовского с «Баварией», который действует до 2021 года, нет фиксированной суммы выкупа. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.